Ну что, друзья, многие в России до сих пор даже не знают об этой трагедии. Подписывайтесь срочно на наш канал, интересные выпуски только у нас каждое утро. Великая российская певица, которую знает вся страна, Маша Распутина, вчера вечером подверглась нападению недалеко от своего дома. Двое злоумышленников избили и очень сильно певицу и забрали у нее барсетку, в которой находилось 250 тысяч долларов. Как оказывается, это был ее гонорар за концерт, который она дала несколько дней назад в Америке. Сейчас полиция расследует это уголовное дело, а сама певица Маша Распутина находится в городской больнице номер 28 в тяжелом состоянии, избитой. Следите за новостями, друзья, мы будем держать вас в курсе всех событий, и уже завтра рано утром в нашем новом выпуске расскажем вам на самом деле, как это все происходило и кто причастен к данному преступлению.